памяти Виктора Прокопенко. Когда 2 недели назад я работал над монтажом материала памяти Виктора Прокопенко, очень долго думал, какой мелодией его начать. И вдруг из ничего в голове зазвучал вот этот проигрыш, который я тут же назвал Прокоп. Согласитесь, мелодия вышла красивой и душевной, точно такой, как и игра команд, которыми руководил Виктор Евгеньевич Прокопенко.